сложная игра получилась очень. Сырина Звезда в этом году не проиграл ни одной игры еще, поэтому начало, в принципе, хорошее было. Мы так уверенно играли в нападении, показали высокий процент в атаке. Потом немножко где-то сыгранность у нас пропала с выходом игроков на замену. Какие-то связи потерялись, и мы не смогли защититься против проходов соперника и против трехочковых бросков. Процент очень высокий был, 60% трехочковых был у Сырина Звезды в первой половине. И, в принципе, три четверти он был. Вот в четвертой четверти и в третьей мы лучше стали играть в защите. Вот, за счет этого там смогли переломить ход неудачно складывающегося матча. За счет замен, за счет изменения тактики, за счет изменения дисциплины тактики в защите мы смогли остановить их нападение. Вот. Плюс там, конечно, очень важные броски попали ребята в концовке игры. И потому что, я говорю, хорошо, что у них есть уверенность в броске, и они принимают решение. Игра далась очень тяжелая, очень напряженная. В принципе, мы справились со всем и с этим нападением. И как бы игра была... Ну, под концовку мы уже заставили их так понервничать и все-таки взяли свое. Но вначале она нам как бы далась с большим трудом. Мы проигрывали 17 очков, но потом все-таки завелись в концовке и выцепили. За счет, конечно же, защиты у нас. Очень защита такая кучная была. Мы не давали просто пространства игрокам и... В принципе, только за счет защиты мы, можно сказать, и выиграли эту игру.